закончила? Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла. Ну ладно.
Надо бы из пленника побольше выбить, если придет не обрадуется. Мы продолжим давить, но его явно учили сопротивляться допросу. Похоже, это лидер потомков. Он должен знать о святом источнике. Найди его слабость. Включи фантазию. Пленник. Надо отыскать его. Thank you.
Троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Закончила? Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла. Но надо. Thank you.
Эти метки не на русском. Может, предупреждение? Надо бы из пленника побольше выбить. Если придется звать Константина, он не обрадуется. Мы продолжим давить, но... Его явно учили сопротивляться допросу.
Похоже, это лидер потомков. Он должен знать о святом источнике. Найти его слабость. Включи фантазию. Пленник. Надо отыскать его.
троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Thank you.
закончила? Уничтожила все перед... С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. Рот считает, что я должен научиться стрелять. Сегодня он преподал мне несколько уроков. Я совершенно безнадежен. Я всегда говорил, что все, что нужно на природе, крепкая трость и удобные ботинки. Сказал ему, что лучше управляюсь со словами, чем с оружием. Он посмеялся и предложил мне словами усмирить разъяренного бизона. Я ответил, что для этого у меня есть он. Спасибо ему за заботу, но мне почему-то кажется, уроков больше не будет. Рот всегда говорил, что глаза и руки у меня от мамы. Тем летом он начал учить меня стрельбе. Я стала даже слишком хорошей ученицей. Должен быть способ забраться в старую тюрьму.